Тут такая шикарная Антоновка с шикарными плодами, вся загружена. Но вот что характерно для Антоновки, это вот выломка с такими вот корнями идет. Вот, но плоды довольно-таки крупные, то есть они когда созреют, несмотря на то, что подвой слаборослый, деревья просто все загружены плодами. Это вообще шикарно, просто вот все ветки, все у нас шикарно. Здесь также растет молодая древесинка, то есть в следующем году она вот загрузится, и можно уже, допустим, делать поджинки. Пока мы это, конечно, трогать ничего не будем, но задача такая. То есть вот у нас есть основная, как бы проводник, мы вот это вот выведем в вертикаль. Вот здесь у нас вот есть такая убегающая вверх, ну, вправо, да, за счет плодов она понижается, поэтому ее надо будет как-то вот вырезать, чтобы нам усилить вот этот проводничок, и делать вот эти поджимки, да, чтобы немножко крону заново перезапустить. И вот эту часть тоже можно будет немножко здесь вот как бы выращивать вот эту новую массу вегетативную, чтобы убирать вот этот рычаг, потому что плоды прям, ну, явно тяжелые. Просто тяжелые, они как раз вот под них нужно тоже подставлять какие-то подпорки. Или вот как делают японцы, такую палку, и с каждой веревочку подвязывают. Но дерево прикольное, шикарное, вообще обалденное. Таких я... И несмотря на то, что урожай хороший, довольно-таки идет прирост. Но нам он будет не нужен, мы его будем потихонечку сюда сгонять. И вот отсюда вот заново нам нужно восстановить крону, чтобы вот штамбик... И вот здесь вот как-то нам запустить, чтобы вырастить новое дерево. А то, что оно сюда ушло, это немножко некорректно. Вот. Ну ладно, это на перспективу. Так просто мини-обзор.